вообще надо сказать, что любовь – это дар. Один раз, даже один единственный раз, ощутив безусловную любовь, вы осознаете это и поймете, что ее можно направлять на кого угодно. Это не зависимость от человека, нет. Это свобода, это расширение. И высший уровень безусловной любви – это когда сердце открыто. Из него изливается поток любви не только к конкретному объекту, а ко всему сущему. В момент, когда мы испытываем это чувство, наше сознание как раз и переносится в пятое измерение. И сейчас вот эти проблески сознания, осознания, вернее, безусловной любви, они бывают моментами, периодически, да, вот всплеск, раз, и вот такое ощущение, что ты бы обнял вот все живое на планете Земля, обнял бы всю Землю, вот особенно сейчас, весной, да вообще, в принципе, любое время года Земля прекрасна, да? Да, ты идешь и любуешься всем и вся. И принимаешь всех и вся таким, какое оно есть, да? То есть вот просто идешь и... Ой, какая красота! Ой, как здорово! Ой, как пахнет! Да, то есть обостренное чувство. Вот вчера на даче была, вот это зацвели сейчас вот все, практически все деревья. Слива сейчас цветет, вишня, да? И вот этот аромат. Мне вот такое ощущение, что вот такого обостренного обоняния вот как бы не было у меня раньше. Я не знаю, вот есть у вас такое чувство или нет? Вот такое ощущение, что я вот так остро, так ярко вот эти запахи не ощущала раньше. А вот в этом году ощутила. Вот, знаете, я чувствую, и чувствую даже, вот как пахнет черемуха, да, вот, ну это ярко так оно, да, а вот как пахнет слива, как пахнет абрикос, как пахнет цветущая вишня. Они ведь по-разному пахнут, вы понимаете? И ты это ощущаешь, а ты готов каждый цветочек расцеловать на этом дереве, понимаете? И вот лишний листочек не оборвешь даже, понимаете? То есть вот эта вот любовь как бы через милосердие проявляется ко всему живому. Ну, это нельзя передать словами, это надо просто вот ощутить. Начните обращать внимание, да, на весь тот позитив, не на тот негатив, который вот льется с экранов телевизора, а обратите внимание на природу, слейтесь с ней воедино, потому что природа – это и есть и энергия рода, и энергия самого Первого Творца, энергии Первого Творца. Это очень важно. Обращать внимание на позитив и раскрывать свое сердце. Как только вы эту безусловную любовь начинаете испытывать, вы вот пребываете в состоянии Творца. И чем чаще мы будем ощущать и транслировать безусловную любовь, тем чаще мы будем пребывать там, в пятом измерении, на уровне сознания, пока в конце концов не совершим переход в пятое измерение.